Yeah, I know you crushed it yesterday. I think we sent already the report of you, so basically they're gonna ban you, then you will be banned, so basically that's how it works.
Yes.
Все готово. Принято.
заниматься не на дороге.
Magic. Magic. Magic.
Привет, на выход.
Хорошего пути.
Здорово, грузин. Нет, отправил. А что такое? Не, ну тут он тут мне писал, типа. Просит извинения, типа, за вчерашнее. Я ему объяснил, что так не делается. Иди нахуй на аркаду играй. Бля, ну что ты тормозишь-то, блядь, олень горный, блядь. Ебать нахуй. Пропустите, пацаны. Твой, блядь, есть ты, мол. Ну, тут же есть такие олени. Вот, видишь, у меня тут охранишь их таких, блядь. Я понимаю, что надо почитать. Просто, ну, блядь. Просто, блядь, ну, как ты говоришь, надо прочитать, но он же этого не делал. Как бы, блядь, ну, сам виноват. Не, ну, блядь, естественно, нахуй. Блядь, ну что за олень? Ебаная дорога, ну, блядь. Ну да. Во, видишь, какие тут, блядь, бывают, нахуй, черти, блядь.
Ну я попробую сегодня вырезать этот момент, как бы. Просто вчера уже, блядь, ничего не хотелось, бля. Ебать нахуй. Ну не, ну это от твоего лица, понимаешь? А с моего стрима? Я думал, это из твоего стрима как-то. А, тогда конечно скину. Сейчас этот доеду. Да, у него 8 секунд осталось. Ебать, клоуны, что же вы творите? Ну куда уже мне деться, блядь? Ой, блядь, сука. Мне, сука, тут, блядь, порипайся, нахуй. Видишь, ну куда он, сука, ломится? Да, блядь, ты. Гандон тупорылый, блядь. Как тут можно нравиться ехать? Смотри, блядь, ну что за черти делает, нахуй? Ну, смотри, что творит. Ебать. Так что-то будет. Ядрить нахуй, ну что ты? Понял. Сейчас я тут доеду, посмотрю. Бля, даже страшно своей полосе ехать, блядь. Не, ну конечно надо банить нахуй гули. Сразу что не умеешь ехать, то блядь. Я ему объясню, если if you don't know how to drive, go to the server arcade. Вот так ему и объяснил, блядь. Просто ну блядь. Во-первых, он запорол нам груз, блядь, какой-то. Это уже обида, блядь.
согласен. Бля, мы поедем сегодня или нет, бля? Слава яйцам. Хитрить, колотить, блядь. Ну чё там как? На повороте в дым был. Нормальная дорога? Тут полный трэш, полный трэш. Да они уже сделаны, как-то я не знаю, что тут прикол. Заправки просто походу скучно. Не, просто лагает из-за этого, может быть, тоже, что лагает, я как бы тормоз в пол, блин, он еле-еле. Блять, бедный комп, нахуй. Девять FPS, грузин. Блять. Прости. Черти полосатые, нахуй. Что с вами не так-то? О, зеки тоже тут, бля. Бедный комп, нахуй, держи, сейчас этот. Сейчас все закончится. Да, походу на то, бля. Надо сваливать отсюда побыстрее.
Шо-шо-шо, как-то надо въебывать отсюда. Домой я слечу нахуй. I've lost my mind, I'm out of reach, I can't be found, I'm neither here, but I'm not there, and it blows my mind.
Ладно, теперь я иду покурить. Сука.
страшно наклоняет машину. И века машина века. Это да. Привычку зашло, что два оси назад. Тут, блядь, одна как-то стрёмно ехать. Как это, блин, не газовать дорогу позволяет. А вот тут я, наверное, торможу. На этой машине точно не чувствую. Она такая беленькая, хер поймешь. Ну такой поворот, что более-менее можно зайти. Чуть-чуть поострее, блядь. Кажется, что сейчас на бок стану, ну, упаду. Что-то переделывает, бля, дорога неизведанная. Бред.
Давай, грузин. Спокойной ночи. Это доеду и тоже. Сегодня хватит стрелять. Проебал.